заходите. Ребят, сразу хочу спросить, это эпатаж какой-то? Или вы серьезно прям вот из ЗАГСа? Да. Ехали мы, ехали с этого ЗАГСа. И вот этот бородатый мне говорит: слушай, а слабо сейчас залететь на кастинг? А мы взяли да заехали. То, что у нас полный ресторан гостей ждет, никого не смущает. Но мы тут попоем. Амалия и Никита, торжественно объявляю вас участниками 8-го сезона X-Factor. Я ни разу в жизни не видела его без бороды. Ну и мы поспорили, если я прохожу этот этап, то муж сегодня сбривает свою огромную бороду. Я в такой вот неловкой ситуации, друзья, потому что я понимаю, что такое сбривать бороду. Я на твоей стороне. Но мне и хочется, чтобы ты прошла. Короче, вот на волю случая. Я тебя отправлю на сцену, но вначале... Прости, что я твою жену. Смотри, здесь у нас стол с предсказаниями. Давай, давай, я давай, давай. Я это хочу. Хорошо, доставай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да ты везучая, слушай. В смысле? А что там еще было? Вообще здесь предсказания пишут, типа там у вас будет успех, но у тебя, по-моему, уже успех произошел. Смотри, какой подарок. А, так можно никуда не идти, сбривай бороду, у меня успех. Я тебя поздравляю, у вас сегодня прям день сюрпризов, день подарков. Это твое. Прекрасно, ой, спасибо. Я отправляю тебя на сцену, беги. Дочь. Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Амалия. И вот, ну, вы все видите сами. Вы невеста. А что вы будете петь? Группа Paramore, песня Ignorance. Давайте. Спасибо. You don't like me, but I guess I make my own way. It's a circle, I'm in cycle. I can't excite you anymore. Where's the devil? Your jury. What's my offense this time? You know I judge, but if you're gonna judge me, what's up with me to another life? You wanna hear your sad song? I don't wanna do it, babe. I say it to my soul, cause you know we're not the same. We're not the same. Yeah, we can't be stuck together, we don't need blood. But I guess I can't stop that, I change, it's good. It's good, it's good. Will you take me just the way? Another danger, it'd be nice to meet you. So I got a struggle, let's be on my way out. Will you take me just the way? Знаешь что, с каждым словом «молодец», которое звучит в зале, я как бы за тебя все больше и больше переживаю. Да. Амалия, така маленька, так співаєш, а? Як це так? Ну, гарно співаєш. З переляком. Дуже, у мене сьогодні дуже насичений день, ви можете себе представити. Ти довго в цьому вбранні сьогодні? Ну, з 6 утра. Мой муж, можемо його посмотреть. Он тоже со мной прошел все. Муж, выходите, пожалуйста. Беги, давай. А вы тоже певак, чи не? Ну, я вообще звукорежиссер.
А, ну, я понял. То есть, если она там что-то не так напоет, вы там чик-чик, все сгладите, красивенько оформите. Ну, вы такая классная пара. Я говорю, да. Я вам скажу, вы спели очень хорошо. Вы так легко брали вот эти высокие ноты, мне так понравилось. Это было, конечно, ну, 6 утра находиться с букетами в фате, конечно, я не знаю, вы просто герой. Я говорю, да. Вы неплохо спели, но просто это было как-то так сумбурно. Я даже не поняла, я не могу, если честно, оценить. Я не понимаю, что вам ответить. Я хочу сказать вам нет. Для того, чтобы вы работали, старались, чтобы вы развивались. Сложная ситуация. Я не можу сказати ні. Так. Горько. Ви проходите далі. Я поздравляю тебя конкретно. Иди, я тебя обниму, ты молодец. Спасибо. Спасибо за то, что прошла дальше, и спасибо за шоу, братан. Присаживайся. Я так рад, что капец. Так, ну это, сейчас придет к нам девочка-гример, которая здесь работает с 3 лет. Она работает здесь. Мы ее как-то нашли в лесу. Я скоро буду вот, и она не уходит, представляешь? Давай, поднимай голову выше. Смотри, я тебя сейчас делаю солистом группы «Песняры». Так не надо! Для вас поет Станислав Иванович. Станислав, пойте! Беловежская пуща. Беловежская пуща. Давай теперь со мной поспорим. Если ты так полгода проходишь, ой, то я договорюсь, что тебе тоже скажут 4 «да». Просто ты сюда просто зайдешь. И тебе скажут просто 4 «да». Нормально, неплохо. Ситуация удобна. Юля, садись, тебя будут уже брить. Мне понравилось. Садись. Давай. Давай, начнем с ног. Идем на сцену, let's go, ребят. Попробую зажечь. Ну как попробую, я всегда зажигаю, алло. Нет, кстати, здесь так светло. Йоо, вот это... Ой, вот это ударил. Это шутка, да? Чуть дверь закрылась. А может другой вход есть? Это шутка, да?